Thank you.
Международно профессионально. Я могу бат проблемам с парень брать, это через что профессор Шишман, что Бактиси, Данте Сапсо, то есть он наш подплатки. Нам через что опера достали, что мы с вами брали браки, что мы с рабочим пришли, что мы там были, наши еды, еды, грамы, а сейчас это роботы. Ширали пришли, как бы вы начали. Vasudevaya.
Харе Кришна, дорогие преданные. Читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 17, первый текст. «Наказание и помилование Кали» называется. Сута вача татра гомитхунам раджа татра гомитхунам раджа ханьяманам анатхават ханьяманам анатхават дандахастам чавришалам дандахастам чавришалам дадрише нрипа вакханам дадрише нрипа вачханам. Повторите, пожалуйста, потому что. Сута увача. Татрагу митху нам раджа. Аньямана манатхават. Дандахастам чавришалам. Дандахастам чавришалам. Дришанри павачханам. Сута увача. Татриго митху нам раджа. Татриго митху нам раджа. Аньяманам анатхават. Аньяманам анатхават. Дандахастам чавришалам. Дандахастам чавришалам. Дадришенри павачханам. Дадришенри павачханам. Вот это же. Сута увача. Сута увача. Татрагу митху нам раджа. Ханьяма нам анатхават. Дандахастам чавришалам. Дадришенри палачханам. Сута увача. Татрагу митху нам раджа. Татрагу митху нам раджа. Ханьяма нам анатхават. Дандахастам чавришалам. Дандахастам чавришалам. Дадришенри паланчханам. Дадришенри палачханам. Пословный перевод. Сута хувача. Шри Сута Госвами сказал. Татра, вслед за тем, гамитхунам, корову и быка, раджа, царь, ханьяманам, избавил, избивал, анатхават, как будто лишившийся хозяина. Дандахастам с дубинкой в руке. Ча и Вришалам низкорожденный шудра. Дадрише увидел. Нрипа царем. Ванчханам одетого. Перевод и комментарии о божественной милости. Основатель Ачарьи Международного общества знания Кришны. Бхактиданта с вами Прабхупада, Шрила Прабхупада, Кии Джай. Сута Госвами сказал, достигнув того места, Махараджа Парикшит увидел, что шудра низкой касты, одетый как царь, бьет корову и быка дубинкой, как будто у них нет хозяина. Комментарий. Основной признак века Кали состоит в том, что шудры
низкой касты, то есть люди, у которых нет ни брахманической культуры и ни духовного посвящения, будут рядиться в одежды правителей и царей. А главным занятием таких правителей, не являющихся кшатриями, станет убийство невинных животных, особенно коров и быков, лишившихся защиты своих хозяев, истинных вайшев, представителей торгового сословия. В Бхагавадгите говорится, что назначение вайши – заниматься земледением, охраной коров и торговлей. В век Кали опустившиеся вайши, торговые люди, занимаются поставкой коров на бойне. Кшатрии призваны защищать жителей страны, а вайши – защищать коров и быков и использовать их для производства зерна и молока. Назначение коровы – давать молоко, а быка – помогать выращивать зваки. Но в век Кали люди класса шудр занимают правительственные посты, а коров и быков, наших матерей и отцов, лишенных защиты вайшев, поставляют на бойни, организованные правителями, шудрами. Заканчивается комментарий к этому стиху. Омагьяна тимирандасья джана жавашакая чакшуру миритам бьена тасмая ши гураве намага. Раши Кришна читания Прабху Нитянанда Ши Адвайта Гададхара Ши Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ванчакалпата рубеща крипа синхубе вача падитанам паване бьо вайшнаве бьо намага. Раши Кришна Читания Прабху Нитянанда Ши Адвайта Гададхара Ши Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Наман Вишну Падаве Кришна Пиштаве Патаве Шимати Вихини Сута Прабху Вити. Анадеши Прабхуады Гаминета Атачвана Саратаре Тварь Харе. Так, следующая глава, 17 глава, наказание помилования Кали, да, называется. Сразу с такого стиха, ошеломляющего, да, начинается, что Махараджа Парикшит, он увидел, как шудра низкой касты, одетый в царя, бьет корову и быка дубинкой, как будто у них нет хозяева. Вот это как бы такое краткое описание века, в котором мы живем фактически, то есть невежество, оно так действует, что как бы люди все делают наоборот. То есть то, кого должны защищать, вот как здесь приводится пример, да, что вайши, они должны защищать и коров, и быков. То, кого они защищать должны, они наоборот их отправляют на бойни. Также и кшатрии. Кшатрии, как бы призвание кшатриев, ну, правителей, защищать своих подданных, организовать жизнь в своем государстве, чтобы подданные как бы были счастливы. Но вместо того, чтобы их защищать, они как бы чем занимаются? Они как бы их разграбливают. То есть все делается наоборот. Тот, кто признан защищать, он грабит. Тот, кто признан там молоко добывать, он все наоборот делает. И вот мы видим, что в век Кали именно вот таким образом все происходит, что люди как бы утратили, здесь говорится, лишенный ведической культуры, шудры, лишенные ведической культуры. Что имеется в виду? Что он не понимает предназначения вещей и не понимает, что нужно, ну, как бы, что ему нужно делать. И вследствие невежества, ну, как бы делает наоборот. И в результате жизни постепенно людей становится все хуже и хуже. И в конце концов говорится, что в конце Кали-юги, ну, просто жизнь, ну, как бы будет совсем невыносимой. Когда полностью утратятся всякие принципы религии. И вот как бы здесь описано начало как бы Кали-юги, с чего начинается деградация.
начинается деградация с того, что обижают невинных живых существ. То есть безобидные корова и бык, и как бы вот воплощение Кали, он бьет их. То есть он как бы он надел на себя наряды, да, правителя, но он их не защищает, он наоборот их бьет. Вот как бы это начало деградации. Ну, сейчас мы уже живем не в самое начало деградации, как бы уже деградация полным ходом идет. И поэтому, ну, как бы не просто бьют животных, а их просто истребляют, поедают и убивают совершенно безбожным образом. То есть животные, они умирают мученической смертью. И это как бы не единичный случай. Но в то время это был единичный как бы случай, это было вообще всем удивительно. Ничего себе, человек бьет корову, вообще немыслимый случай. То есть как бы здесь разбирается это таким образом, что это единичный случай, что это неслыханно вообще в то время было. Неужели, людям, если рассказать, они могут сказать, неужели это возможно, что человек, он будет бить быка и коровы? Это же наша мать и отец. Вот в то время еще такая ситуация была. А сейчас просто бойни, они уже просто, организован целый поток убийства. И люди, они могут сейчас думать, что это же нормально, Если вы проповедуете вегетарианство, например, говорите о вегетарианстве, то вам люди могут сказать, это же нормально. Вот. И даже якобы верующие люди, которые вырежены в одежды верующих, даже они как бы мясо употребляют. И они вам скажут, это же нормально, животное, оно как бы для этого и создано, для того, чтобы я поел. Убивать нормально. Ну, так же сейчас примерно происходит. Но в то время это неслыханное вообще было, дело. Даже вот видите, это попало в Шримад-Бхагаватам, что ничего себе, нашелся человек, который, бьет животное. То есть это вообще немыслимо было в то время. Почему? Потому что детей, женщин, стариков, животных, их, защищали. Поэтому это, невероятно, чтобы кто-то смог обидеть незащищенных личностей, чтобы кто-то мог обидеть, это неслыханно, потому что, например, царь, он мог сразу же, наказать, то есть он долго бы не церемонился, он бы сразу наказал такого, если кто-то будет ребенка обижать или женщину обижать, стариков. Царь, он тут же мог наказать, у него всегда, как меч был под рукой, он мог в любую минуту достать этот меч и тут же совершить справедливое наказание спокойно. И все это знали, поэтому никто бы не смог даже... Никто и не думал об этом, это само по себе действие, такое проявление жестокости, это же само по себе это действие, оно... бессмысленное и настолько оно глупое. Почему? Потому что оно же и этой личности принесет большие неприятности. Почему? Потому что люди понимали, что есть также закон кармы, что посеешь, то и пожнешь, как говорится. То есть в этой ситуации, вот смотрите, ситуация, что какой-то необразованный глупый человек, он бьет корову и быка, да? Но в этой ситуации нужно пожалеть как корову и быка, но надо и пожалеть того, кто такую глупость совершает. Почему? Потому что вот этот закон кармы действует. И тот, кто такую глупость совершает, он тоже будет очень сильно страдать. Поэтому в этой ситуации мы должны сострадательны быть и к той половине, и к этой половине. Потому что когда человек совершает такие особые глупости, то он будет очень сильно страдать из-за этого. И мы видим в современном мире, что люди не имеют вообще покоя. Они совершают вот эти греховные действия,
убийства животных и мясоедения, они совершают это, но их жизнь, она тоже как бы не позавидуешь их жизни, потому что у них вообще никакого покоя нету. Люди заснуть не могут просто. Люди просто, ну, как бы в такой тревоге, в таком беспокойстве, в жутком живут. Заснуть не могут, спокойно поспать не могут. Их как бы, даже если они заснули, им кошмары снятся. Они заснуть не могли, у них беспокойство очень сильное. Но если они даже заснули, они все равно не могут отдохнуть. Потому что им говорится, что те, кто убивают животных, эти живые существа, они к ним во сне тоже приходят. Ну, это как бы одно из наказаний, которое человек получает за убийство животных, то, что эти живые существа, они приходят в своих формах к нему во сне и как бы его спрашивают, а что ты, мол, что ты сделал, почему ты нас убивал, с какой стати, как бы, вот такое происходит. И люди, они как бы понимают, что, ну, как бы они чувствуют, что, ну, все, что мы делаем, все это не совсем правильно, да, но как бы выхода никакого они как бы не видят из этой ситуации. И вот Шримад Бхагаватам, он не просто описывает ужасное положение вещей, которое происходит в Кали-югу, да? Шримад Бхагаватам, он дает как бы выход. Самое главное, для чего эти описания происходят, потому что, ну, никому не интересно вот эту вот правду как бы описывать. Все и так понимают, что жизнь не очень как бы удачная. Столько беспокойств, столько неприятностей происходит, столько катастрофы. То если это самое посмотреть новости, которые как бы вещают на всю страну, то там просто, ну, как бы все, одни только неприятности за неприятностями происходят. Но Шримад Бхагаватам, когда описывает вот эти вещи, Шримад Бхагаватам дает сразу альтернативу. Но вот кроме этой греховной жизни есть счастливая жизнь преданного служения. И сразу живому существу говорят, но живое существо – это то существо, которое способно выбрать. То есть есть грязная, ужасная жизнь Кали-юги, но также есть светлая, радостная и счастливая жизнь сознания Кришны. И поэтому говорится, что каждое живое существо, оно может выбрать. И вот Шримад Бхагаватам, описание даже вот этих вот ужасных вещей, оно именно таким образом поставлено, что Шримад Бхагаватам сразу дает альтернативу. Потому что если альтернативу не дать человеку, а просто описывать вот эти ужасные вещи, которые происходят вокруг, то человеку, ну, как бы лучше не станет от этого. Он только еще больше погрузится в невежество, еще больше будет подавлен. Он как бы человек и так подавлен, и так он страдает. А зачем еще усугублять как бы его страдания? Да? Зачем эти описания как бы делать? Но Шримад Бхагаватам именно описывает таким способом, что, и смотрите, даже здесь эта глава называется «Наказание и помилование Кали». То есть Махараджа Парикшит, мы знаем, да, что он, ну, как бы тут же решит наказать этого Кали, да? Но Кали, он попросит прибежище. И царь, он настолько милостливый, даже какой бы, ну, как бы плохой человек ни был, он способен его помиловать. И вот точно так же, как бы это и с нами со всеми происходит, что, ну, какие бы мы грехи ни совершали, но Господь, он способен как бы помиловать, и даже он говорит, что он готов и аннулировать все наши грехи, которые мы совершали в предыдущей жизни, да. И он говорит, просто займитесь преданным служением. И что такое преданное служение? В первую очередь это шраванам, киртанам, воспевание святых имен, слушание и воспевание святых имен, Шримад Бхагаватам, разных песен ачарьев и так далее, службы, проводите службы. И вот если мы будем заняты этой деятельностью, и, ну, как бы, нам рекомендуется быть занятым таким образом, чтобы у нас не оставалось больше времени на те глупости, которые мы раньше совершали. То есть
рекомендуется полностью весь день занять вот этой положительной деятельностью. И положительная деятельность, она в нашу жизнь принесет радость, счастье, и у нас появится спокойствие, ум начнет утихомириваться, и возникнет спокойствие, и мы будем способны воспевать святые имена. Вот со спокойным умом человек может воспевать святые имена и черпать от этого большое удовлетворение, большое счастье от этого черпать. Изнутри оно будет идти. И вот таким образом, как бы вот, есть описание вот этих вот вещей, да. Сейчас вот вышла новая книга Шримад-Бхагаватам, там 12-я песня, там подробно описывается вот все вот эти предсказания, что будет происходить в Векале, как деградация будет развиваться, какие, ну, то есть, там описано, что последние лучшие качества, которыми люди обладают, они будут больше и больше утрачиваться в Векале. И потом, в конце концов, уже деградация уже достигнет своего апогея, что уже не останется вообще никакой добродетели не останется. Никакой добродетели. Просто одна греховная деятельность останется, и все. Уже совсем не будут никого уважать, просто будут как бы люди очень будут греховны. И в конце концов придет Господь в образе Калки-аватары, там это описано. И он просто очистит землю от этого греховного населения. Он очистит землю от греховного населения. Но и там же также описано, что существует два основных рода кшатриев. Это род, который идет от бога Луны, и род идет от бога Солнца. И вот эти существуют на Земле как бы всегда эти два рода кшатриев. И в 12-й песне описано, что представители этого рода, они находятся где-то в Гималаях, и они, когда Кали-юга закончится, они снова возродят человечество. И начнется Сати-юга. То есть как бы в этом мире все так устроено, что такая цикличность, да? Что одна юга сменяет другую, и какие бы плохие времена ни были, все равно за плохими временами все равно наступает хорошее. То есть всегда хорошее и плохое сменяют друг друга в свое время. Поэтому также и в плохие времена есть свои преимущества. Вот как, например, описано в Векале, да, то есть все, деградация, потеря всех божественных качеств, потеря религии, утрачивание всякой добродетели, но в то же время и параллельно развитие сознания Кришны. То есть люди могут найти прибежище в сознании Кришны. И на таком противостоянии на самом деле человеку даже легче принять сознание Кришны. То есть как только он чувствует счастье от сознания Кришны, да, то он сразу начнет очень серьезно замечать страдания материальной жизни. Это и в своей жизни он будет это замечать более остро. То есть, как говорится, на белой ткани и маленькое пятнышко сразу видно. И вот точно так же вот век Кали, он так построен, что жизнь, она очень грязная и неприятная вокруг. Но когда человек начинает заниматься преданным служением, его вот эта неприглядная жизнь, она тоже вдохновляет. Потому что он думает, туда я точно не хочу возвращаться. Пусть я здесь потерплю какие-то вещи, может быть, какие-то трудности будут, но я потерплю, преодолею эти трудности, но туда точно не хочу возвращаться, все что угодно, только туда не возвращаться. То есть эти ужасы современной жизни, они тоже вдохновляют преданных. Потому что он видит, какие-то сложности есть в сознании Кришны, да, какие-то препятствия, может быть, надо преодолеть, когда свое сердце очищаешь, да, нужно особые усилия, или просто даже следовать
следовать распорядку дня, просто даже все равно нужно усилия совершать. Но преданный думает, ну лучше, ладно, я пусть лучше буду эти вот усилия совершать, но только лишь бы мне в свою предыдущую жизнь не возвращаться. Так что есть свои как бы плюсы того, что даже век Кали вовсю это самое взял свои права, да. Ну, говорится, что век Кали он должен был раньше начаться немного. То есть его время уже пришло, но так как Господь Кришна присутствовал на планете, век Кали он не мог, ну, как бы, не мог проявиться. Просто в присутствии Господа Кришны он не мог никак проявиться. У него не было возможности. Пока Господь присутствовал, хотя уже это было время Кали, Кали-юга началась как бы, но Кали он не мог никак... То есть Господь Кришна, он такое влияние оказывал на всю планету, что Кали он не мог никак подействовать на людей. Но и говорится поэтому, что вот наша Кали-юга, она началась именно в тот момент, когда Господь Кришна оставил свои игры на земле. То есть он оставил свои проявленные и ливы, ушел с этой планеты. И тут же Кали он начал действовать. Почему? Потому что его время, оно уже давно наступило. И вот, и то, что мы здесь видим вот это описание, что Махараджа Парикшит увидел вот этого воплощения Кали, который нарядился как царь, но в то же время он бьет корову и быка. Это уже когда происходит? Это уже когда Господь Кришна оставил эту планету, и Махараджа Парикшит, он стал царем этой планеты в то время. И в 12-й песне там подробно описаны династии царей. Примерно 4000 лет подробно описаны все цари, которые будут сменять друг друга. Вот с того времени примерно 4000 лет описаны все цари, которые будут сменять. Или основные цари. Но там очень большое, много идет царей. И говорится, что больше и больше к власти приходили уже более деградированные личности. То есть, хотя они описаны там, но там также говорится, что идет краткое описание этих царей, да, и как они сменяют друг друга, в какое время, но также краткое описание. И краткое описание чаще всего заключалось в том, что этот царь был там, подворовывал, этот царь там вообще вожделел, там какой-то царь что-то развратничал, и его советники решили убрать. И они убили его, и там новая династия возникает таким образом. И вот эти вот уже вещи, там всякие интриги уже начали происходить. Хотя до этого, такого вообще не происходило. А вот в Кали-югу вот это уже начало происходить. То есть такое описание. Вот там говорится, вот такой-то царь, он всей землей правил, но вот он, качества его были не очень. И там вот описано конкретно, в чем заключалось вот это несовершенство этих личностей. Ну вот они уже правили землей, так или иначе. И поэтому в Шримад-Бхагаватам это не просто какое-то оторванное от жизни произведение, также это и такое историческое тоже. Почему? Потому что действительно все то, что там описано, все эти цари, они действительно были. Хотя они там описаны как предсказания, но мы уже читаем это как сбывшиеся факты. Почему? Потому что Шримад-Бхагаватам было записано на бумагу 5000 лет назад, а описано, получается, наше время. То есть 4000 лет после того, как написано было Шримад-Бхагаватам, все это сбылось. И естественным образом, что и то, что предсказано дальше, что придет Калки-аватар, и что насколько деградация дойдет, до какого уровня она дойдет, это тоже предсказано. И, естественно, тоже все это будет происходить. Почему? Потому что Шримад-Бхагаватам, оно полностью совпадает с реальностью. Ну и потом еще такой момент, это описание цари, которые сменяют друг друга, оно еще в таком ракурсе показано, что, смотрите, сколько там царь правит,
Сейчас жизнь короткая, как бы, ну что, люди живут, 100 лет прожить не могут, да? Сейчас говорят, что уже в России где-то продолжительность жизни где-то 54-53 года. И то они считают продолжительность жизни, они не учитывают аборты, которые делаются. Если посчитать аборты и их, ну, как бы посчитать вместе с ними продолжительность жизни, то еще резко сократится продолжительность жизни. Почему? Потому что много абортов делается, да? И сколько там продолжительной жизни? Ну вот. И поэтому короткая жизнь, и поэтому, естественно, если человек стал царем, то он и правит короткое время. Ну, максимум. Может, 50 лет кто-то может править, максимум, да? И за 1000 лет сколько этих царей сменивается, да? И вот Шримад Бхагаватам, оно как бы с этой еще точки зрения описывает всю действительность, что есть личности, которые живут намного больше срок. Мудрецы, например, на высших планетах, они могут как бы видеть, для них вот эта вот смена вот этих царей, это просто как вот там за какие-то минуты просто они сменились там. Хотя амбиции этих царей таковы, что они думают, мы тут правим всей планетой, планета наша, или там наша, это страна наша, подданные наши там. И у них такие амбиции, как будто, ну, они тут богами стали, да? А те мудрецы, которые 1000 лет живут, для них эти цари – это просто букашки, которые, ну, как бы, одна родилась, другая умерла. Один родился, другой… Один умер, другой родился, один умер, другой родился. Вот так вот. Они там в течение дня 1000 этих вот царей видят, как бы, просто как букашек. А амбиции у людей такие, что вот мы тут как бы захватили землю. И, ну, как бы и само воплощение земли, оно тоже как бы смотрит на вот, ну, как бы она уже видела миллионы этих вот захвативших землю, которые умерли благополучно. И то, что сейчас кто-то пытается землю захватить, это, ну, как бы для земли это тоже, ну, как бы смешно просто, ну, смотрится на все это. И вот дальше 12-я песня там описывает вот эту жизнь Маркандея Муни. То есть это личность, которая вот наши юги, они, если около 8 миллионов лет 4 юги сменяются, около 8 миллионов лет, ну так грубо возьмем, 8 миллионов лет 4 юги сменяются. То есть наша юга, Кали-юга, самая короткая, она 432 тысячи лет, да, длится. Самая короткая. Каждая предыдущая юга, она как минимум в 2 раза дольше. Ну и в общей сложности там то ли 6 миллионов, то ли 8 миллионов лет происходит. И один день Брахма – это 1000 вот этих вот 4 юг. 1000. И вот Маркандея Муни, он жил вот эту вот 1000 смен по 4 юги. Ну, представьте, 8 миллионов на 1000 раз. И вот он прожил один день, и говорится, что и так же и он ночь прожил. Потому что когда Господь к этому мудрецу пришел, этот мудрец, у него было такое желание увидеть, как полное разрушение происходит. Потому что когда 1000 вот этих юг сменяется, то происходит полное разрушение. Когда вот эти вот 1000 раз, то частичное разрушение происходит. Просто там наводнение, потоп, залило все, там все смыло, и заново все раз, и это самое такое частичное. А когда 1000 раз эти юги сменились, полное разрушение. И когда и Маркандея Муни, у него было желание увидеть вот именно вот это полное разрушение. И Господь сказал, ну нет проблем. То есть он прожил вот эти вот 1000 раз все смены по 8 миллионов. 1000 раз по 8 миллионов. Я даже не знаю, даже не представляю, ну как бы просто в голове не укладывается, сколько это лет просто. Не то, что там. А это всего один день Брахма. Ну вот. И говорится, он ночь прожил. Столько же по времени. Он еще и всю ночь прожил. Вот. И вот он, и вот описана его жизнь. Вот он воплотился. Этот Маркандея Муни, вот он повидал все это, все эти Кали-юги. Кали-юга тоже, какая проблема описать Кали-югу, если предыдущий Кали-юга было то же самое? И уже 1000 раз это происходило. Эти Кали-юги уже 1000 раз. 1000 раз люди строили эти заводы, строили эти города, потом все это
водой смывало, как песочные, ну, то есть, и какая проблема предсказать, что тут будет происходить, когда ты уже тысячу раз все это видел. И, ну, как бы, если тысячу раз одно и то же все происходило, то в этой Кали-Юге чем она особенная такая? Так же будет все. Так же построят и будут делать вид, что они тут великие и выдающиеся строители. А потом просто все смоет. И на, описано, значит, как более полное разрушение. То есть там описано как, что сначала тысяч сто лет солнце просто будет, не будет дождей. И солнце будет просто палить сто лет. А потом, наоборот, пойдут, ну, такие ливневые дожди. И сто лет будет лить ливневые дожди. Кто сможет выжить? Когда сто лет будет засуха, ни одного дождя. И вот это есть разрушение, как это происходит в реальности. И вот Маркандей Муни, он видел все это. И когда все затопило, он там барахтался в этом океане. И, ну, как бы говорится, что есть места, которые сохраняются при частичном разрушении планеты. Есть места, которые сохраняются. Вот в одном из таких мест мы вот были, когда мы в паломничество отправляемся, потому что Навадвипа как раз, особенно вот Гудрума Двипа, она как раз сохраняется. То есть, когда частичное разрушение происходит, но Навадвипа, она сохраняется на этой планете. И вот говорится, что Маркандей Муни, он как раз и увидел, что вот какой-то остров все-таки есть, и он как бы туда поплыл. И он там увидел тоже воплощение коровы, он увидел там. Но и также и к нему Господь предстал вот в облике вот этого младенца, который на листе баньяна сосет свою лапу. Вот вы можете увидеть иллюстрацию в 12-й песне, там есть вот эта иллюстрация, что Господь, он в таком облике, Маркандей Муни его увидел в таком облике. Интересно. Ну вот, и, конечно, там история дальше развивается тем, что так как у него продолжительность жизни была такая, но он, ну, как бы не был обычным человеком, он был еще и величайшим мудрецом, он занимался бхакти-йогой, и он также и накопил определенное могущество. И Индра, он, ну, как бы, как и мы знаем, что часто это случается, что Индра, если кто-то накапливает могущество, он начинает волноваться за свое положение немного. Потому что Индра думает, ничего себе, у него уже могущество больше, чем у меня. Как бы он меня не сместил, по ходу дела. И поэтому он что делает? Он посылает, ну, как бы нужно, ну, как бы его сбить с пути йоги, этого мудреца. И, а как сбить легче всего? Он посылает своих куртизанок там и Камадева. И вот именно этому мудрецу он именно послал Камадева. И как произошло вдруг? Возникла такая весна, птички поют, ручьи щебечут, там, и это самое, такая, это самая обстановка сразу возникла, и там девушки танцуют вокруг него, там все. Но так как это Маркандей Муни, он как бы немножко уже со стороны на все это смотрел, и как бы его привлечь этим было очень сложно. То есть говорится, что хотя и Камадев в него выстрелил все эти свои пять стрел, которые он как бы обычно живое существо как бы поражает этими стрелами, да, вожделения, стрелами вожделения. Но Маркандей Муни смотрел на это спокойно. Его, ну, как бы сложно было чем-то удивить, потому что он такой, ну, как бы он уже все повидал как бы в этой жизни. Представьте, какой продолжительной жизни, да, он прожил. Он что только не видел. Что только не видел в этой жизни. Его только интересовало служение, преданное служение Господу. Больше его ничего не интересовало. И поэтому ложное эго не смогло его захватить сознание. Хотя, ну, как бы вот Камадев и там все его слуги, они создали всю обстановку для того, чтобы, ну, ложное эго захватило сознание этого мудреца. Но мудрец обладал таким могуществом, что ложное эго не смогло его захватить сознание.
И поэтому он не привлекся никакой материальными вот этими удовольствиями, не привлекся. И спокойно к этому относился. И тогда сам Индра, он как бы даже удивился, потому что даже сам Индра, он не может преодолеть это влияние на самом деле. Как бы он, сам Индра, он находится под этим влиянием иллюзии, да, некоторой. Ну, не как мы, конечно, но какое-то влияние он как бы имеет. И сам Индра, ну, как бы был уже, ну, он так, там описано, что он так уже начал с почтением уже к этому относиться, да, что когда ему не привлекся никакими соблазнами, и в тот момент сам Господь предстал перед этим мудрецом в образе Нара-Нараяна, Риши. И вот там идет описание того, что этот мудрец, он когда увидел Господа, он начал его прославлять, начал ему читать различные мантры, всячески прославлять. И вот идет подробное уже описание прославления. И, то есть Господь, он как бы приходит к преданным разных, в своей разной форме. И как мы вчера слышали, что да, есть разные уровни того, как Господь проявляет себя разным личностям. Да? Есть разные уровни. То есть уровни, которые, с которыми сложно взаимодействовать как-то. То есть, когда сам Господь, как там величайший из творцов, то как бы с ним сложно взаимодействовать. Но есть проявление, как вот Арча Виграха, да, вот когда мы видим, что Господь предстает в образе божеств, тогда с такой формой мы можем взаимодействовать. То есть мы можем легко предложить цветы такой форме, предложить еду такой можно форме, Господь все это вкушает, принимает эти цветы, благовоние предложить, там, воду можем предложить, огонь можем предложить, можем взаимодействовать, свою любовь предлагать и получать, и мы можем чувствовать отклик от Господа в форме божеств. То есть божества, мы можем видеть, что божества, они и вкушают, и принимают наши подношения, и взаимодействуют разным образом. Иногда пуджари видят разные сны, которые Господь приходит к ним во сне. И иногда преданные какие-то наставления получают от божеств. Да? Могут получать наставления через других преданных, через гуру могут получать от божеств наставления. То есть это часто происходит. Мы много знаем историй таких, что уже с такой формой преданный, он как бы взаимодействует. И чем более он искренний, тем больше Господь открывает себя. Чем более преданный чист, и чем больше искренний, тем больше Господь открывает, отвечает на его преданное служение. И тем самым он еще больше вдохновляет преданного продолжать преданное служение. И вот это как бы вот наша формула действия, что мы понимаем, что мы должны более искренне быть с божествами и, насколько возможно, быть более чистыми, да, и внешнюю чистоту соблюдать, но также более важно еще и внутреннюю чистоту, да. А внутренняя чистота – это что такое? Это наше умонастроение, наши мысли, о чем мы думаем. Вот это наша внутренняя чистота. То есть и это, за эту чистоту тоже как бы стоит обратить на это внимание. Почему? Потому что, если вот как здесь говорится, но представьте, личность, которая там избивает животное, с каким, это какую нужно внутреннюю иметь внутреннее настроение для того, чтобы вот какое-то невинное существо избивать или как-то причинять боль, да, другим. Это говорит о чем? О том, что внутри гнев, да, не может человек, ну, как бы милосердный человек это делать просто, ну, нереально просто ему это делать. Но если внутри гнев, а гнев следствие чего? Следствие вожделения. Скорее всего,
следствие вожделения. То есть, если вожделение не удовлетворено, как говорится в Бхагавад-гите, то возникает гнев. Если вожделение удовлетворяется, то не лучше. Знаете почему? Потому что возникает жадность. А жадность тоже такое не лучше, чем гнев. То есть вожделение, хоть удовлетворяй, хоть не удовлетворяй, результат всегда будет плохой. Если не удовлетворено, возникает гнев. А гнев – это уже, ну, как бы, в гневе ужасные вещи люди делают, да? Все всякие преступления и всякие, как бы, беспокойства другим разрушают свою жизнь, разрушают жизнь других людей. Это проявление гнева. Но если вожделение удовлетворяет, то возникает жадность. Жадность не намного лучше. То есть, как бы, под влиянием жадности человек тоже очень много глупостей будет делать. Он будет все себе, ничего другим, тоже будет беспокойство всем оставлять. Почему? Потому что он будет, ну, как бы, представьте, под влиянием жадности. То есть, и какой выход из этой ситуации? Что и так плохо, какой же выход из ситуации? Вот у нас единственный выход – это, как бы, ум успокаивать, и заниматься преданным служением, уже трансформировать вожделение в любовь к Богу, в прему трансформировать. И как это происходит? Именно вот преданное служение – это и есть способ трансформации. То есть, если мы служим божествам и предлагаем это уже, то, что мы предлагаем, мы это предлагаем уже с любовью. И вот это и есть трансформация. И когда, ну, чем мы больше трансформируем свою вот эту энергию в любовь к Богу, и тем больше мы становимся более мягкими и начинаем других живых существ любить, и тем меньше вожделение нас беспокоит. В конце концов, говорится, что чистый преданный – тот, кто просто уже не имеет других интересов, как только служить. И вот Маркандея Муни, он был именно такой личностью. То есть, хоть и вокруг него было полно соблазнов, но он никакого значения этим соблазнам не придал. Он и не гневался никак, там, как говорят иногда Господь Шива, он там может там испепелить кого-то, когда его такие испытания к нему приходят. Да? Маркандея Муни, он не гневался, он не раздражался никак. Он просто продолжал свое преданное служение, просто сидел, воспевал святые имена там, или медитировал. Никак не обращал внимания на то, что внешнее происходит. Вот. И когда Господь увидел вот это его настроение, что он, как бы, его стремление его увидеть, Господь предстал перед ним. И точно так же вот эта аналогия очень хорошая, что так же и с нами это происходит, что если мы проявляем стремление к Богу, Господь в той или иной форме предстает перед нами и мы можем с ним уже непосредственно общаться, как вот с божествами. Можно ежедневно, у нас, представьте, какая удача нам, ну, как бы, возникла, что у нас вот есть вот этот центр, например, Гаура, да, что мы можем практически каждый день прийти, увидеть божеств, что-то предложить божествам, просто улыбнуться божествам. Вот мы сегодня могли цветы, мы предлагали, да, Шри Прабхупаде, то есть пели для божеств сегодня, да. Потрясающая возможность, каждый день можем общаться с Верховной Личностью Бога. То есть этот Маркандея Муни, ему представьте, какую он долгую жизнь перед этим прожил, да, чтобы получить вот этот даршан. А сейчас в современном мире люди, просто начиная воспевать святое имя, вдруг раз и получают этот даршан. Ничуть не, как бы, не меньший даршан Господа, реальный даршан Господа получают. Вот это то, что я хотел рассказать. Если есть какие-то дополнения, пожалуйста. Может, вопрос какой-то зададите? 5 минут у нас есть. Давайте просто прочитаем стих, чтобы мы, ну, как бы, запомнили, чем мы проходим сейчас. Сута Госвами сказал: достигнув того места, Махараджа Парикшит увидел, что шудра низкой касты, одетый как царь, бьет корову и быка дубинкой, как будто у них нет хозяина.
Ну ладно, если все понятно, тогда Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо вам большое. Внимание. Кришна.